китайском парке развлечений Куанчжоу неожиданное пополнение. Там родился львенок редкого белого окраса. И это при том, что оба родителя обычные африканские львы желто-коричневого цвета. В мире насчитывается не более 300 белых львов. Считается, что все они обитают в гигантском заповеднике Санбона на западе ЮАР. Именно поэтому появление такого малыша на другом краю земли наделало немало шума. Больше всего меня удивляет, что львенок родился белым, ведь шанс того, что у обычных родителей будет потомство такого редкого окраса, очень мал. Кто-то говорит, что это влияние предыдущих поколений, а кто-то наоборот считает это эволюцией. Для самки льва этот малыш стал первенцем, выкармливать его сама она не смогла. Сотрудники нашли выход, новорожденного взяла под опеку самка чихуахуа и кормит его вместе со своими щенками.